Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show, и вот у нас Beholder, только это у нас дополнение под названием «Блаженный сон». Меня много и долго просили поиграть в Beholder, но давным-давно было пара серий, еще на ранней бетке, потом после выхода. Что-то не особо смотрели, а потом что-то просили, и вот, в принципе, нашел выход поиграть в DLC-шку, которая вышла, ну, в принципе, не так давно. Так, выберите режим сложности. Вы окунетесь в оригинальную атмосферу игры, впереди нелегкий выбор и трудные задачи. Стажер в государстве... Вот теперь ключевые статьи расходов, сниженный доход. Давайте с стажером поиграем. Заботы сообщает, что проблема обеспечения достойной старости для наших граждан решена. Зачем платить пенсии тем, кто не работает и не приносит пользы для нашей великой родины? Класс. С гордостью объявляем об открытии инновационного современного интернационального центра эвтаназии. Всем гражданам, достигшим возраста 85 лет, предписано в течение 2 недель Офигеть. Пожил сам, дай пожить другим. Капец, а... Короче, здесь мы играем за... Это у нас приквел. Мы играем за чувака, который... Вот которого водили, когда в оригинальной части нас приводят. Мы приезжаем, и там менты, короче, уводятся. Это вот он, предшественник Кларк, или как-то вот звали, я не помню, главного героя из основной части. Короче, пофигу. Сейчас, короче, мы будем играть в приквел, как это все вообще начиналось. И, возможно, здесь даже будут те же персонажи. Как их там звали-то? Блин, не помню. Ладно, пофигу. Да, мы прям в том же месте. Так, вышла новая директива. Телефон. Телефон надо брать. Телефон надо всегда брать. А, принять входящий звонок. Экстренный вызов министерства. Уважаемый Гектор Медина, от всей души поздравляем вас с юбилеем. 85 лет — это серьезная дата, заслуживающая уважения и почета. Вы верой и правдой служили нашей великой стране, а теперь очередь нашей страны позаботиться о вас. Вам надлежит прибыть в центр эвтаназии через 14 дней для прохождения процедуры блаженного сна. Вы спокойно можете завершить все свои дела. Но позвольте, мне нет 85 лет. Это какая-то ошибка? Никакой ошибки быть не может. Все документы заверены, путевка в центр эвтаназии уже распределена. Положение о переводе вас с места текущей работы в очередь на блаженный сон вступает в силу с сегодняшнего дня. Благодарим за службу, всего доброго и хорошего настроения. Постойте, этого не может быть, ведь я... Пи-пи-пи-пи... Понятно. Так, возьмите трубку... Ага, я не хочу умирать, 336 часов. А меня ждут в центре эвтаназии, времени осталось немного. Смогу ли я найти выход и сохранить жизнь? Опять звонок. Что надо? Принять. Линия Министерства информации. В рамках программы «Генетические частоты населения» вам нужно собрать ДНК всех жильцов в вашем доме. Осмотрите квартиры и найдите предметы, которые содержат подходящий биологический материал. Волос, слюна, кровь, кожа. Через несколько дней приедет курьер и соберет все, что вам удастся найти. Что это за программа? Программа генетической чистоты населения, санкционирована Министерством порядка неделю назад. Цель программы – выявление граждан на генетическом уровне, склонных к предательству Родины. Приступайте. Ни хрена себе, блин, все по-жесткому. Так, запрещено хранение красной икры, запрещено укрывать граждан старше 85 лет. Ох ты, нифига себе, как много-то, а? Так, окей, ладно, это, я так понимаю, всех жильцов надо. Так, вспоминаем, как вообще в это играть. Здесь мы обыскиваем... У нас тут, ой, котик, ордер, кот-порядок, или кот-приказ. Почесать за ушком, ну-ка. Иди сюда, котик, у меня тоже сегодня был тяжелый день. Хоть я не мял бока и не драл кресло. Куда мне до твоих забот? Мяу. Хорошо. Так, смотрим, что у нас здесь. Вау, тихо. Курьер, это курьер, видимо, да, нам надо ему отдать. О, Шиммер, все, Шиммер, вспомнил. Маркус Манишек. Ну-ка. Воу, тихо-тихо, там пьют. Так, ты кто? Жена Эрн. Жанна. Жанна Эрн. Так, тут кто? Тут пусто. Еще бы вспомнить, кто здесь живет. Так, смотрим, квартира номер 3. Квартира номер 3. Ну, Раник. Роза Раник. Как неудобно, а?
И Марк Раник. Так, Раники. Вот они, Раники. О! Делатур. Жорж Делатур. Смотрите-ка, все уехали. Так, нам нужно быстро-быстро купить камеры. Так, 1000, да? 1000. Нам тут много камер надо. Давайте мы штучек 8 пока купим дешевых. Давай, 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 вскрывай дверь быстрей. Нам сейчас будет камеры поставить и обыскать все это дело. Так, давай, оп. Я так понимаю, что если это будет предмет какой-то нужный, то мы с вами увидим подсказку об этом. Так, статуя. Статуя, давай быстрей. Блин, маленькие вообще нифига не светит. Ну ладно, хотя будем понимать. Или же я не прав с подсказкой. Так, одну квартиру мы сейчас обработаем, пока никого нет. Сейчас автобус уже приедет. Так, так, так. Все, нифига здесь нету. Так, камеру быстро, быстро, быстро. Так, ты кто? Маркус Манишек. Манишеки, по-моему, здесь или здесь. Не помню. Быстро, 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 быстро. И кровать обыскивай. Давай, 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 ставь котяра там. Еще дети, надеюсь, детей здесь нету. Так, поиск. Давай, 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 давай. Давай, 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 быстрее. Кошелек. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас приеду, сейчас приеду, сейчас приеду. Давай, 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 быстрее, быстрее. Ах. Да ладно, а чё? Кто там? Так, Жанна Эрн. По-моему, она отсюда. Уоу, беги, 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 беги. Да, сейчас проверим. Сейчас пока встанем здесь. Тихо. Так, 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 квартира номер 4. А, Жанна Эрн, да. Фу-ху-ху-ху. Окей, хорошо. Блин, опять автобус. Но там мы камеры поставили, хорошо. Так, тут никого. Манишек. Раник. Давайте мы сейчас, пока он идет. Блин, не успеем, не успеем, не успеем, не успеем, не успеем или успеем. Хотя бы одну камеру поставить. Давай, 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 ставь, ставь, ставь. Он медленный, он старый. Он очень долго будет идти. Давай, 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 выбегай. Ху, 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 есть. Так, как ДНК собирать? Она разговаривает по телефону. Что с тобой можете сделать? Ничего нельзя с тобой сделать. Так, вышла новая директива. Запрещена печатная продукция с изображением нагих человеческих тел. Хорошо, блин, все уже идут. Этому что-то надо. Все уже идут домой. Здравствуйте. Приветствовать. Здравствуйте, Клаус, как ваши дела? Мои вполне неплохо. А вы, хотел бы я вас поздравить с юбилеем, Гектор. Но в свете последних новостей примите мои искренние соболезнования. Никогда не знал бы, что вам... Никогда не сказал бы, что вам 85. Вы так хорошо выглядите для своих лет. Проблема в том, Клаус, что мне нет даже 65. Быть того не может. Но как же, неужели я ошибся? Нет, не вы, Клаус. Министерство. О, так значит, ошибку исправят, и у вас будет еще масса времени до визита в этот чудовищный центр эвтаназии. Кто знает, быть может, спустя несколько лет его уже не будет. Уверен, что это мера временная. В нашем мире нет ничего более постоянного, чем временные меры. Мне звонили из Министерства заботы, по их мнению, никакой ошибки нет. А даже если бы она была, никто из них никогда не возьмет на себя ответственность, потому что великое государство и мудрый вождь не совершают ошибок. Боже, Гектор, мне так жаль. Не стоит, это моя жизнь и мои проблемы. У вас хватает своих. Остается только молиться, чтобы никто из министерства не пролил кофе на табели с вашим возрастом. Или, что еще хуже, на табели с возрастом ваших детей. Ух ты, ё-моё. Вы знаете, что ему нужно? Вы что-то хотели? Я к вам с просьбой, вы позволите. В чем дело? Злате скоро исполняется 6 лет. Я хотел бы устроить для нее настоящий праздник. С тех пор, как она увидела праздничный салют в День всемирного счастья, она мечтает о фейерверке. Уже все уши мне прожужжало. Вы можете доставить мне несколько ракет для запуска? Я подумаю, что можно сделать. В ожидании праздника, окей. Так, о, котик, смотрите, что хочет котик от нас? Так, все пошли по домам, но сейчас у нас не вариант уже, короче. Надо ждать следующего рабочего дня, я так понимаю. Покормите консервами. Проголодался, мохнатый, вот твоя порция. Мяу. Так, и у нас не осталось консервов, у нас есть 4 камеры. Так, значит, у нас здесь комната 2, 4. Сейчас посмотрим, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11, да? Нам нужно еще 11 камер. Блин, ну... Нам только эти, да, маленькие пока покупать. Потом копить и расширять. 4 у нас есть.
Давайте мы пока вот так вот сделаем. Так, и посмотрим, что у нас тут за письмо. Опа! Что ты делаешь? Тихо-тихо, я успел заметить, что он там что делает. Так, прошло... Не знаю, да охуеть ли ты тебя мои записки? Почты тут нет, тут вообще ничего нет. Теперь идея железной дороги до самого севера не кажется мне хорошей. Тут никто не живет, тут гиблое место. Если я правильно рассчитал, у тебя сегодня день рождения, отец. 65-летием. Прости, что был таким грубым в нашу последнюю встречу. Я не могу написать обратного адреса. Вокруг меня бескрайние километровые степи. 65 лет. Класс. Найти для Клауса Шиммера фейерверк. Хорошо. Ну, с этим мы справимся. Давайте мы сейчас посмотрим. Ну, все по домам сейчас, да? Там спят. По-моему, когда спят, нельзя заходить, иначе не проснутся. Тут все спят. Опа. Раник. Раник. Пошла. Роза Раник. Интересно. А муженек кто-то дома остался? Блин, надо еще на кухне камеру наблюдения поставить, потому что... Ага, он спит там. Давайте мы поставим пока на кухне камеру наблюдения, чтобы видеть, что кто-то у нас идет. Вау, нифига вас тут! Ребята, что тут тусим? Что за тусыч? Дайте-ка я здесь камеры пока поставлю. Вы не против? Я здесь чиню вентиляцию, на самом деле. Тихо. Это всего лишь вентиляция. Ничего не подумайте. Так, торгаш там пришел, мне пофигу на него. А. Так, хорошо. И, наверное, поставим еще вот здесь вот. Блин, это я, короче, просчитался. Нам нужно побольше камер. Ага, вот так вот. Так. Опа. Курит трубку. Че у нас тут? Пока все нормально, пока директивы все выполняются. Так, с тобой мы следим. Новый день, хорошо. Сейчас у нас все вышли новые директивы правительства. Нам нужно добить здесь, на самом деле, да найти его ДНК, эти ссаные. Потому что... Во-во-во, все сваливают, смотрите. Так, ты тоже куришь хорошо. Трубку курит Шиммер Клаус на. Хорошо, уходи отсюда. Извините, буду пошмыгивать, потому что немножко приболел я. Болею, и все как-то вот не получается. Ага, пьет. Так, этот захотел поиграть. Это идет обратно. Так, манишек. О, этот уходит. И это уходит. А, здрасте. А я здесь просто так. Выходите. Ай, шикарно-то как. Давайте посмотрим, муженек там. Тут? По-моему, не тут. Так, палим. Воу. Здорово. А ты чего? Ты чего меня пугаешь-то такой? Пришел тут, понимаете ли. Так, там, ага, супруга его. Хорошо, этот уходит. Блин, это идет. Ай-яй-яй-яй. Так, эта статуя там какой-то ваяет. Мария Шиммер, все, хорошо. Они уходят, уезжают. У меня сейчас будет много времени. Давай, открывай быстро. Чтобы никто не запалил только. Быстрее. Там идут. Заходи. Кто запалил? Ребеночек! Я его не заметил! Извините! Не хочу! Не ругай меня! А что вы тут делаете? Я заглянул в гости, чтобы узнать, все ли у вас хорошо. Папа говорит, что когда люди без приглашения приходят в дом, то они или полицейские, или грабители. Вы не похожи на полицейского, дядя Гектор. Но я и не грабитель, милая. Я слежу за порядком в этом доме. Только не говорите маме, что у нас беспорядок. Я все уберу. У нас все хорошо. Договорились. Капец. Попался. Ага, отлично. Раники уходят. Все, хорошо. Давай. Вам еще ждать следующего автобуса. Так, у них, по-моему, деток там не было. Тихо. Идет. Давай, забегай. Захлопывай дверь. Фу, нет, он пошел кофе пить. Хорошо, камеру устанавливаем, они у нас... Ага, это тут. Палим, короче, Ранек старший уехал, а Ранек пошла стираться там, по-моему. Да тихо ты, не могу поставить. Текст мешает. Следим, чтобы она не пошла тут. Камеры их на кухне, хорошо. Ой-ой-ой, она к холодильнику идет.
Блин, ничего нет такого. Я не понимаю, все ли я правильно делаю. Так, она что-то захотела там. Предмет подходит для сдачи анализа ДНК. Отлично! Так, эти тоже, по-моему, уехали. Да, значит, все я правильно делаю. Вот это хорошо. Так, сдача ДНК. Взять. Все, есть. Эти двое у нас есть на крючке. Бежим. Смотрим сюда. Ты, я надеюсь, не пойдешь домой? Жорж Делатур, блин. Слышь, Делатур, может, ты свалишь отсюда, а? Покурить он вышел. Давай, вали, 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 вали. На автобусик. Хоп-хоп-хоп. Ну, давай. Капец. Он пошел бухать. Вниз пошел? Вниз пошел. Отлично. Так, вышел новый день. Сейчас они, короче, это, приедут. Так, где я тут еще не искал? Следить, следить, следить. Тихо, тихо, тихо. Стульчик маленький, вот тут, по-моему, не искали. Давай, Делатур. Так, там это идет. Делатурша. Делатурша идет, 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 идет. Тихо, 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 быстрее, 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 быстрее. Быстрее! Нет, 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 беги, 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 беги! Беги! Опа! Фу, тихо, тихо. О, отлично, хорошо. Блин, так, два мы нашли. Хорошо. А, вот галочками отметилось даже. Так, все, нормально. К этим нам больше не надо приставать. Так, у вас там кто-нибудь есть дома? Опа, читает. Так, во второй квартире у нас кто живет? Квартира 2. Ой, как у вас много. Луиза Манишек. Назад. Так, Маркус Манишек. Так, Манишеки, да? Все Манишеки. Ага, привет. Здорово, детки. Шиммер и Манишек. Детки маленькие, Шиммер и Манишек. Так, читает, скульптурит. Ну все, короче, там у нас камерами все обложено. Тут у нас все собрано. Здесь, короче, где-то вот тут осталось ДНК найти. Что за директива? Запрещено пить плодово-ягодные настойки. Да ладно. Подожди, балалайка. Запрещено хранить балалайки и играть. Я где-то видел. Где-то видел был лайк у кого-то. Опа-на, котик. А, спит. Я думал, сдох. Так, Манишек. Манишек. Здравствуйте. Так, нам надо к этим, нам надо к этим. А тут что? Так, эти там спят. Так, читает. Хорошо, не смотри. Не смотри пока, да. Так, всех запалили. Всем все сделали. Нам еще надо где-то найти торпеды и ракеты. Может быть, где-то у нас. Но я не думаю, что нас заставят красть. Надо с кем-то поговорить. Давайте мы поговорим с Эрн. Жанной Эрн. Познакомиться. Я Гектор, бла-бла-бла. Меня зовут Жанна Эрн. Вы дружны с мажором... С Моржем де Латуром. Да, я иногда подрабатываю натурщицей, и он мне платит за то, что рисует меня. Он отчего-то вбил себе в голову, что я его муза. Насколько я понимаю, вы его вдохновляете. Довольно необычно слышать от него комплименты в свой адрес. Я к такому не привыкла. Но и рада, что есть возможность заработать немного денег, да и Жорж ведет себя как истинный джентльмен. Ничего непристойного не предлагает. Так, про Жоржа поговорить про ситуацию в ее стране, про ее жизнь. Расскажите о себе. С чего это вдруг у вас такой интерес? Опа-на. Оставить ее в покое, хорошо. Просто праздный интерес. Простите, не хотел вас обидеть. Моя жизнь, мое личное дело. Хорошо, хорошо. Не лезу. Так, успеем мы еще кого-нибудь здесь обсмотреть, осмотреть? Так, эти спят, да? Сколько у нас времени? 3 часа. Так, спят. Так, Жорж куда-то свалил. А куда он свалил-то, алё? Давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Есть! Взять! Тихо.
Так, телевизор, по-моему, не осматривал. Главное, чтобы он внезапно из ниоткуда не появился. Краски. Идет. Так, хорошо. А, у него еще что-то нам надо? Манишек, Жоржа де Латура, ДНК жильцов. А, нет, ее не надо. Все, остались два первых этажа. Остались два первых этажа, и все будет шикарно. А, так, это что-то предлагает, это все хочет покурить. Давай, давай. Тут на самом деле только на терпение такая тема. Сиди и жди. Так, что у тебя? Что у тебя есть? Мое почтение. Знакомиться. Добрый день, меня зовут Гектор Медина, я управляющий этим домом. Приветствую, Натан Кахлер. Я частенько хожу рядом с вашим домом, так что видеться мы будем чуть ли не каждый день. Вы гуляете здесь? Нет, я бы не назвал это прогулкой. Скорее, это работа. Я торгую вещами и информацией. Торгуете на улице? А почему нет? Я дышу свежим воздухом, это полезно для здоровья. Мне нравится этот дом. Когда я был маленьким, мы жили с родителями по соседству. Я наблюдал, как дом номер 6 менялся. Когда-то это был шикарный особняк. Жаль, что теперь он превратился в коммунальную квартиру. Вы сентиментальны. Возможно, но не тогда, когда это касается бизнеса. Когда дом окончательно развалился, я планирую выкупить его и построить тут бордель. А вы изменились в лице, это была шутка. Я хотел бы открыть свой торговый дом. Не думаю, что это у вас получится. В мои планы не входит дать этому дому развалиться. Знаете, как говорится, человек предполагает, а мудрый вождь располагает. Боюсь, теми ресурсами, что вам выделяют, окончательное обветшание этого дома лишь вопрос времени. А что у тебя есть на продажу-то? Торговать. Не желаете приобрести? Так, балалайка. О, ракета. 900 баксов! Две ракеты ему надо. Ну ладно, деньги пока есть. Я не знаю, во что их вкладывать. Дурак! А, ну ладно, консервы. Все нормально. А что это такое? Это ж количество. Были же ракеты там несколько. Ах ты ж мразь. Блин, ладно. Консерва пригодится. Так, есть кто дома? Так, этот... Вот! Привет! У вас там еще... Ага, валите, валите, валите. Давайте, давайте, давайте. Что у вас там? Так, детишек вроде дома нету. Так, кто у нас во второй квартире? Да ну ё-моё! Дети, вы достали, блин! Офигеть, вот это капец, блин. Идет. И главное не сбежать, ничего не сделать. Давайте играть в войну. Я заглянул к вам по делу. Родители не дома? Нет, я один играю в войну. Но мне нужно идти. Жаль, я как раз построил окоп, а утюг будет танком. Я понял. Катись отсюда. Может, ты пойдешь... Опа. Опа. Выходите. Выходите, проходите. Давайте. И здесь у нас никого нету. Давай, 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 давай. Блин, да сколько у вас здесь ходит-то, алло? Приниже нельзя открывать дверь? Так, в первой комнате кто живет? Шиммеры. Все, шиммеры. Ставим камеры. Быстро, главное, камеры. И следим за шиммерами. Давай. Камеры, камеры. ДНК потом поищем. Главное, чтобы камеры были, чтобы палить их. Шиммеры, шиммеры, шиммеры. Ты кто? Ты никто. Давай, 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 давай. Так, котейка нас не интересует. Ты кто? Шиммеры идут! Шиммеры идут! Шиммеры идут! Шиммеры идут! Тихо, 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 тихо. Успел, успел. Камеру, блин, не поставил. Плохо. Ну, капец, манишики и шиммеры, короче, у нас тут вообще полная дичь. Ладненько, давайте на этом заканчивать. Если хотите продолжение, вы знаете, что делать, обязательно ставьте лайки, комментируйте. Мы попробуем проходить хотя бы DLC, поскольку вы просили, если есть еще люди, которые просили когда-то в него поиграть, в Beholder. Вот, ну, а на этом пока все. С вами был Рос на канале Миткуршов, игра Beholder, DLC под названием Блаженный сон. Всем большое спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочки в описании под этим видео, подписывайтесь на мой канал, и всем пока!